Привет всем. Продолжаем проходить Assassin's Creed Odyssey с DLC. Надо наконец-то ее все-таки пройти до конца. Это будет тяжело, конечно, но надо так пройти. Не забываем подписываться на мой канал, ставить лайки, оставлять комментарии. Всем заранее спасибо. Жезлом нет выбора, кроме как столкнуться с последствиями сразу и на всю жизнь. Это требует ответственности. Я знаю, Алитея. Я, может, и шальная, но знаю, что делаю.
Сады снова полны жизней и зверья. За мной. Я не верю чужим. Я не чужая. Я Элпида. И я следила за тобой. Да, это располагает. Я не могу больше ждать. Я долго старалась стать такой, как ты. Но умений мало, ведь ты не просто воин. В твоих жилах течет кровь богов. Мне казалось, в Атлантиде их зовут Ису. Ису правят как самые настоящие боги. Жестко, расчетливо. Им безразличны суетящиеся людишки. Но ведь не только кровь Ису выделяет тебя, верно? Есть и что-то еще. В самом деле? Я говорю о нем, о копье. О, и все это ради меня? Пожалуй. Тебе нравится? Кража — скверный путь к моему сердцу. Я просто пошутила. Ладно, ближе к делу. Ну, чем я могу помочь тебе? Я любовница Атланта. Но он боится об этом распространяться. Он держит все в тайне, боясь, что враги используют меня против него. Ты влюблена в Атланта? Я не уверена, что Ису правда могут любить. Но я хочу доказать, что могу быть его опорой. Наш союз может стать ключом к взаимопониманию Ису и людей. Любовь по расчету? Если о нашем союзе узнают, мы сможем заключить брак. Я буду править вместе с ним, положив конец отчуждению Ису и людей. Но пока я всего лишь человек, этому не бывать. Я хочу стать такой, как ты. Тебе не безразлична политика Атлантиды. Атлант не питает сочувствия к людям. Он всегда на стороне Ису. Я научу его состраданию.
Не думаю, что тот, кто готов убить своих братьев, будет очень хорошим мужем. Атлант суров и непоколебим, как все Ису. Вот зачем я нужна ему. Я пробуждаю в нем человечность. Thank you.
Изменения приняты. Я буду убийца.
если заметят, мне не сдобровать. Thank you.
Причем? Убьем ее, пока не поздно! Не трогайте! Может, расскажешь, что случилось? Нет, все в порядке. О, Дикаст, ты можешь все это прекратить. Меня зовут Лира, а ты помог стольким людям. Ты чудесен и прекрасен, и силен, и ты здесь.
Спасибо. Ты очень добра. Ты заслуживаешь похвал. Тебя считают убийцей. Не похоже на это, но как Декаст, я должен знать. Они думают, что я убила ту злосчастную семью. Как убили и тех, других. Но я этого не вынесу, клянусь. Поверь, это не я. Где ты была, когда это произошло? Если их убили прошлой ночью, то я была здесь, пыталась поспать. Но теперь я сплю плохо и вижу странные сны. Одни и те же. Снова и снова. Ты была одна? Ну, да. Я очень устала и решила остаться дома. Ты говорила и о других убийствах. Это было третье. Не знаю, почему винят меня. Я не смогла бы сделать такое.
прогулках убил или что-то еще, но явно не ты. Конечно, не я. Но зачем же кому-то выставлять меня убийцей? Мы выясним это вместе, когда я убью зверя. Ты его убьешь? Разве у нас есть выбор? Хочешь, чтобы за тобой снова пришли? Конечно, нет. Просто жаль, когда убивают животных. Если не убить зверя, будут новые жертвы. У меня есть друг. Он может пока меня спрятать. Нужно найти зверя и убить его, пока он не напал снова. Явно непростой волк. Малака, Лира? Это все я? Но как? Мне такое встречалось. Минотавр, Циклоп, Горгона. Все они люди под властью мощных артефактов Ису. Остановить их можно, лишь убив. Другого пути нет. Но ты превратилась назад. Ты чем-то отличаешься. Я не помню, как шла сюда. И зачем? Думаю... Та часть тебя знала, что попалась. Может, ей казалось прийти сюда единственный путь. Та часть меня? Мне снилась светлая комната. Я связана, боль по всему телу. Думаю, это было на самом деле. Значит, это я? Я не помню, но их убила я, верно? Если бы ты знал, что снова убьешь и не сможешь остановиться, перестать, ты мог бы? Что именно? Прыгнуть. Конечно, нет. Всегда есть другой выход. Но какой же? Ничего не исправить. Это лишь одна часть тебя. Не ты целиком. Я знаю, каково это быть человеком лишь отчасти. Поверь, это можно вынести. Я не столь сильна, как ты. Взгляни на себя. Ты сильна. Сильнее, чем думаешь. Меня, кстати, скидывали со скалы. Мне не понравилось. Но ты жив. Именно. И ты тоже. Ты прав. Теперь я знаю про то, что внутри меня, и могу что-то изменить. И знаю, кто поможет. Спасибо. Надеюсь, она справится. Технологии Ису изменят любого, кто не способен их подчинить. Это объясняет твою злость, Лейла. Я — это я. И не так слаба, как ты думаешь. Thank you.
Лучше мне уйти. Здесь слишком опасно.
Раньше не видел мир таким. Все так ясно. Словно я впервые открыл глаза.
Зависло по самый-то конец игры. Нормально.